Привет. Сегодня у моей мамочки день рождения, в этот светлый праздник. Хочу поделиться с вами своей радостью. Я, потому что очень сильно люблю свою маму. Для меня это самый дорогой, самый лучший человек на земле. Просто не объяснить всего того, что она для меня сделала. Как она вообще, что она мне дала в этой жизни. Все, что я сейчас имею, я имею это благодаря ей. Она вырастила меня, она учила меня, ну и прочее, прочее. Просто всего не объяснить, насколько сильно я ее люблю. Те, кто знают мою маму, либо, ну, знают меня, мне будет очень приятно, если вы передадите свои поздравления. Будет приятно и моей маме, потому что я их ей прочитаю или расскажу. Вот. И, знаете, я думала, ну, как бы смысл этого видео будет заключаться в том, что я поняла в этой жизни, что мы часто делаем неправильные ценности. И, к сожалению, я осознала это не так давно, сравнительно, да, и поняла, что самое важное сейчас для меня – это семья и, как бы, моя мама. Поэтому, ребята, если у вас как бы далеко мама, ну, вы, например, в другом городе или еще что-то, возьмите сейчас, позвоните ей и скажите, насколько сильно вы ее любите, насколько вы соскучились. Если у вас есть возможность приехать, приедьте, мне кажется, будет очень приятно. Если она сидит в соседней комнате, подойдите, обнимите и скажите, насколько сильно вы ее любите. Мы порой делаем какие-то приятные вещи, ну, не столь близким людям, когда рядом есть мама.